Море цветов в фойе городского театра, классическая и джазовая музыка. В зале прекрасная половина города-курорта. Это врачи, педагоги, экономисты, предприниматели, женщины самых разных профессий, но прежде всего хранительницы очага. Вы наши любимые. Я реально представляю, что кроме того, что вы работаете, у вас есть и еще одно большое предназначение. Вы трудитесь и дома, вы создаете уют очага, куда мы возвращаемся после работы. Вы воспитываете детей. Вы делаете многое-многое из того, что делает нас, мужчин, добрее. И сегодня, вместе со словами благодарности, я хочу признаться вам, что действительно многое из того, что сделано доброго на территории Анапы, сделано по вашей воле, с вашего согласия и с вашей подсказки. На сцене самые юные анапчане, то, что близко каждой женщине, а также номера, которые символизируют мужские качества. Программа как собирательный образ, солдат, правитель, при этом галантный кавалер, который, если нужно, может поддержать веселую компанию. Московский коллектив «Губерния», солист Алексей Петрухин, поет с детства. У мамы был казачий коллектив. Дома шили костюмы, разучивали песни, звучали баяны, балалайки. «Сон» Степана Разина, одну из самых знаменитых казачьих песен, пели всем залом. Зал потрясающий, немножко я переживал, что как будет принимать, но я всегда переживаю. Уже когда мы походили уже в гримерку, уже зрители здесь были, я видел, какие женщины нарядные, дамы, и это меня удивило, это прекрасно, это здорово. Город, мы были на набережной, естественно, набережная прекрасна, у вас замечательный воздух, мы сейчас в Москве, у нас сейчас немножко дождливо. Пасмурно, холодно, а у вас солнце. Очень концерт замечательный, настроение поднялось. Спасибо организаторам, замечательный. Всех женщин с праздником. Все понравилось, все отлично. Душой отдохнули, теперь можно дальше работать. Весна началась, уборка, субботники. Хозяйка в доме кто? Женщина? Нам наше дело уборка, женская. Ваша душа действительно светлая. Заместитель главы города Людмила Мурашова поздравляет патронатных мам. Я всегда так вами восторгаюсь, потому что не каждая женщина, да, не каждая семья вот решится взять чужого ребенка, нести за него ответственность. И самое главное, подарить ему хорошую, достойную жизнь. Мы собираемся всей семьей, у нас больше 50 человек в нашей семье собирается. Наши друзья все приходят из клуба, и у нас будет свой. У нас свой будет домашний тоже праздник. 50 человек – это дети, на своих и приемных их не делят, невестки, зятья и внуки. Главные элементы того самого женского счастья.